I left the house, left the room with the fox here on my back, and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls. Ну, с вашего позволения начнем. Популяризации футбола в стране. Все написали? Начнем заново. Да, не переживайте, я тоже переживаю. Российский футбольный союз призван способствовать развитию и популяризации футбола в стране. Примерно так. Но, надеюсь, будет лучше. Читаем дальше. Абзац. Исторически российский футбол, как и спорт в целом, находился в большой зависимости от государства. Предложение продолжается. Нет, я ошибся. Предложение кончилось. Ну, я думаю, что я не справился, да, но отдал все, что мог. Так что я старался очень сильно, я понимаю, что ребятам было тяжело писать правовой диктант когда я диктовал, да? Но надеюсь, что учителя сделают скидку и накинут балл всем. Склад речи нелегкий, да, и говор белгородский, так что я думаю, что ребятам тяжело было. Ну, я надеюсь, что я старался. Чтобы футбол был объединяющим, а не разъединяющим фактором. Все успели? Я рад. И его вклад в социально-экономическое развитие страны. Все? Так. Спасибо. Вам спасибо. Я точно. Оценка людей зависит от тебя, да. Если ты плохо, неправильно продиктуешь, то ребята плохо напишут, это как-то нехорошо, да. А на поле ты получаешь. Есть, конечно, я тоже удовольствие получил, но не то, что я ожидал. Так что нормально все. Везде, и там трудно, но здесь тоже большая ответственность. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, переживал, руки не тряслись, потому что листочек бы выпал бы. Пить не хотелось. Так что нормально. Спасибо вам.